Российский Дед Мороз побывал в Чувашии. Сказочный волшебник из Великого Устюга приехал к нам впервые, пробыл всего один день, но успел немало. Первым делом он наведался к своему коллеге, чувашскому Деду Морозу Хельмуджи, и его внучке Юрпиге. Встретился с детьми и их родителями в Ледовом дворце Чебоксары-Арена, а вечером зажег огни на елке возле одного из торговых центров столицы. В своем плотном графике дедушка нашел время, чтобы пообщаться и с юными журналистами нашего телеканала. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Как звать величать? Валера. А я Дед Мороз. Вот познакомились. Волшебник рассказал, что ему предстоит объехать всю страну от Калининграда до Владивостока, осмотреть свои владения, проверить, везде ли наступила зима. Лично поздравить тех детей и взрослых, которые в него искренне верят. А еще Дед Мороз поведал, что летом ему тоже некогда отдыхать. У ребятишек-то каникулы начинаются, многие ко мне приезжают, а мы уж с ними по бору волшебному гуляем. Хороводы водим, песни поем, гуляем да веселимся. Несмотря на солидный возраст, Мороз Иванович очень активный и очень быстро ходит. Наш оператор еле успевал за ним. Буквально несколько минут, и он уже на площади поздравляет чебоксарцев. Здравствуйте, мои хорошие! Вижу, с самого утра гуляете да веселитесь, правда? Этого дня с нетерпением ждали и дети, и взрослые. Писали ему письма, готовили стихи. Месяц ждем. Вам письмо пишет, подарки ждем. И верим, что Дед Мороз есть и поможет, да? Я каждый год пишу Деду Морозу письма, и все мои желания сбываются. Что он подарил мне? Куклу? Расскажу. Дедушка Мороз, я же за ним подглядываю. Нет в году такого дня, что похож был на тебя. Этот день особый, ласковый и теплый. Дед Мороз. Мы поздоровались, похлопали. Настроение замечательное. С наступающим Новым годом! Всем здоровья, всех земных благ. И все желания, которые они сегодня загадывают, пусть они у всех сбудутся. Все самые добрые желания и мечты, обещал Дед Мороз, обязательно сбудутся в новом 2018 году. И рассказал, что в следующем снова приедет к нам в гости, чтобы зажечь огни на новогодней елке. Все жители города славного Чебоксары, всей республики Чувашия, спешу поздравить вас лично с наступающим Новым годом. С порой, когда исполняются самые заветные, самые добрые желания, когда случаются чудеса. Так пожелаю вам в году грядущем много-много чудес, много хорошего настроения, тепла и уюта в ваших домах, много здоровья, чтобы на все сил хватало. Будьте счастливы, мои родные, с наступающим 2018 Новым годом!